На конкурс дети читают стихи. Паньков Максим, 4 года, город Магнитогорск. Выпнула елочки ножки, побежала к подорожке, написала на месте стапе, отучала каблучками. На кужевые елочки и игрушки, на котель, подарки, кукушки, на ветер на елочки, флаги с пустой сиенной бумаги. Собирай на елочки и игрушки, на котель, подарки, кукушки, потому что он отключался, но на ладонь с толпой бандой.